Это кто такой? Это я, твоя Хондочка. Меня сегодня разобрали, вообще весь, всю раскидали. Вот такой вот, ребят, мотик был сегодня собранный, а теперь он разобранный. В общем, что, ребята, мы сегодня с вами сделали, это сняли весь пластик, сняли сиденье, в общем, все поснимали, все навесное сняли. Сняли ножки. Ножки, подножки открутили. Вот. Еще ножка висит, сняли выхлоп. Выхлоп буду делать самодельный. Мне нравится делать выхлопы самодельные. Чтобы, как говорится, звук был по кайфу. Вот так вот, ребят. Я банки не покупаю. Я их делаю сам. Потому что мне это в кайф. Так, ну что еще здесь могу сказать? Вот такой вот мотик. Сейчас у него вид, как будто он после апокалипсиса, блин, такой вот весь потрепанный. Ну, ребят, ничего, запомните его нынешнее состояние, ребята, запомните. Запомните вот этот радиатор, облезший вот этот вот вентилятор, корпус. Запомните вот этот вот переходник, тройник, как здесь все выглядит. Штаны я буду обматывать специальной лентой, чтобы они не жарили. Радиатор, блин. Чтобы движок, как говорится, не перегревался. Потому что мы знаем, Хондочка любит греться. Хотя у нее стоят два вентилятора. Но у меня есть еще одна задумочка по поводу, как избежать перегрева в пробках. Но это будет все потом. Это будет чуть попозже, через некоторое время. Когда уже процесс сборки будет. А сейчас пока, ребят, процесс разборки. Так что, ребятки, вот так вот. Что еще могу здесь показать? Кому что интересно. Здесь вот видим две рампы, две топливные рампы стоят. Одна сверху, вторая снизу. Первая рампа основная, которая снизу, она работает, по-моему... Нет, она работает вообще всегда. А вторая рампа топливная подключается после достижения 5000 оборотов, по-моему, если не обманывает, как говорится, знание. Подключается вторая топливная рампа, и расход увеличивается очень сильно. Ребята, так же, как и мощность, так же, как и подрыв, все увеличивается и прет. Так что, мама, не горюй. Вот, ребят, кому интересно по проводке, сейчас я покажу, что да как, что здесь. Здесь, ребят, очень много проводки. Ну, как бы для меня это немного, я видел в своей жизни, больше проводки занимался, перебирал. Так что для меня это, можно сказать, вообще нет проводки. Но эту проводку, всю проводку этого мотика я буду перематывать вообще с нуля. Буду все разматывать, изоленту, буду делать так, как мне нужно. Потому что все мы знаем, что я люблю мотики. И я ездил на одном мотике как минимум 5 лет. 5 лет я только проездил на 400-очке, а на литре. Я думаю, мне хватит его до конца моей жизни. Потому что литруха — это прет. Это литруха — это полет в космос, ребята. Вот сейчас буду сливать антифризик. Или его завтра солью. Ну, скорее всего, буду сливать антифризик. Потому что мороз кое-где подкапывает, блин, шлангички вот эти вот резиновые. Надо будет заказать новые, потому что года-года. Нужно, как говорится, все поставить новенькое, чтобы не париться. Ну что, ребята, вот такая вот тема с таким вот мотиком. Приведем его в состояние нового мотоцикла. Прям мне так хочется, но, блин, пока мне не верится, ребят. Пока вот мы видим в таком состоянии, мне не верится, что он будет там блестеть, что он будет там привлекать внимание. Насчет пластика. Я, наверное, его буду перекрашивать весь. Я вот не знаю, что сделать по поводу расцветки, по поводу наклеек, пока не знаю вообще. Не знаю, если покрашу монотонный... То, блин, ну вообще, ребят, пока не знаю насчет этого. Но знаю одно, то что диски у меня будут ярко-белые, ярко-беленькие такие.
вообще будут прям сиять, как снег, выпавший на Новый год. -35. Ребят, когда-то это было, вспомните этот Новый год, когда было -35 на дворе. Так, ну что, ребят, еще здесь стоит планеточка. Все мы знаем, у каждого четкого пацана, у каждого четкого байкера в молодости всегда был Иш. Все мы это знаем. Вот такая планеточка. Блин. Хотят у меня ее купить, но, блин, жалко мне ее продавать. Он был перебранный вообще весь. Так же, как будет перебранный. И как будет перебранный Хондочка, вернее. Хондочка же, это же она. Это девушка. Вот. И планета тоже девушка. Азизер. Азизер это он, ребята. Азизер это он. А вот здесь стоят две девушки. Вот Хондочка уже почти, ну, почти раздетая. Уже, ну, уже раздетая, уже готова. А планеточка, она одетая стоит. Вот. А Хондочка уже раздетая. Ее уже можно, ребята, вот трогать уже можно, ребята, вот. Вот можно, ну, ребята, ладно, не буду я, блин, вдаваться в подробности. Короче, вот так вот. Короче, я маленько угораю, пацаны, с юмором все это снимаю, ребят. Так что поймите меня правильно. Ну что, ребята, в общем-то, вот такая вот видюшка у нас сегодня. В общем, вот такой вот небольшой рассказ про мототехнику, про мотики, про переборку, про ремонт. И вообще вот все в этом роде. Кому интересно, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Ребята, ставьте пальцы вверх, самое важное. Ведь скоро лето, блин. Еще чуть-чуть, ребята, еще чуть-чуть, еще буквально пару месяцев. И мы с вами будем катосить, ребята. Я буду стараться, блин, при каждой возможности стримить. И вообще все будет в реальном времени, пацаны. Все, ребята, как говорится, всем счастливо, всем пока.